Дорогие друзья, как вы знаете, у нас уже и так много животных, в особенности птичек. Они заполонили все наши комнаты. А вот эта комната, да, вот эта вся, где я прямые эфиры веду, да, она без животных. Мы сюда никого не пускаем. А так вот хочется, знаете, лечь на кроватку, обнять птичку, и погладить там кого-то, да. Это было бы здорово. Мы нашли выход. Долго искали и нашли кое-что гипоаллергенное и классное. Готовы? Раз, два, три, гульки, вверх взлети. Вот, это новая порода, называется сизоаллергенные. Вот, видите, какие классные. Вот это вот самец, вот он, а это вот самочка. В чем их особенность? Как я уже сказал, они не оставляют после себя перья, пух, они даже не кушают и, естественно, не какают. А поэтому садишь их на любое место, им будет везде удобно, куда бы мы их ни приспособили. И все, они будут наблюдать за нашей комнатой и охранять это место. Вот такие вот замечательные гульки. Мало ли у вас аллергия на животных, в общем, от всей души рекомендую. А мы пока найдем вам укромное место и куда-то их посадим. Вот такие вот гулечки. Надо скорее их уже класть, а то они уже нервничают.